Малик Ньюман. Боутрайт трехочковый. Пожалуйста. В воздухе своего оппонента, но забить не смог. Ух, какой классный наброс получает. И Боутрайт абсолютно один на трешке. Отвечает Павло. Есть возможность быстрой атаки. И посмотрите, как классно. Шейко здесь прессингует Райана Боутрайта. Практически удалось выкрасть мяч. Хорошая передача на Минченко. 2 плюс 1. И быстро, в быстром переходе трехочковый. Ну и Ньюман отвечает. Ньюман отвечает треш. Николич. Боутрайт, его трешка. И Боутрайт попадает. Здесь Минченко еще перерывает передачу. Блокшот-перехват на Николича. 2 очка. Еще один перехват. Боутрайт в быстром отрыве. Будет ли атаковать? На Загород. Загород забивает. Николич из рук в руки на Боутрайта. Николич через Антипова. Николич начинается прямо сейчас. Николич. Неужели 3 подряд? Боутрайт. Боутрайт забивает. Ай-яй-яй, эта передача была на Ангвая, но здесь запутались. Без Малика Ньюмана играют саратовцы. Боутрайт забивает в проходе. Говорит нам о том, что 3 секунды это достаточно для того, чтобы матч выиграть. Николич!